пятницу в Самарской области пасмурно, местами дождь. Днем 8-12, тепла, ночью 6-8, выше 0. Ветер северо-восточный 7-9, порывы до 16 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, в дневное время плюс 11, ночью плюс 9, северо-восточный, скорость 9 метров в секунду. В Тольятти тучи, днем 12 градусов тепла, ночью 8, выше 0, северо-восточный 8 метров в секунду. В Самаре пасмурно, к вечеру возможен небольшой дождь, днем плюс 10, ночью плюс 8 градусов, северо-восточный ветер 6 метров в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 58%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.